независимость просто упала с неба, за нее никто не боролся, ее мало кто понимал. А сейчас за нее идет борьба, за независимость. Вот сейчас, спустя 32 года, кровавая борьба. Поэтому не будем сравнивать кадры. У нас кадры, что имеем, то имеем. Вы посмотрите многих наших политиков, где они родились. Многие же вообще в России порождались. Где они родились, чем они занимались в течение жизни. Это люди, которые определяют судьбу страны, и нашу с вами тоже судьбу определяют они. Но кто из них чем занимался? Это же вообще страх Божий, Оксана. Знаете анекдот? Венчается раб Божий Иван и страх Божий Оксана. Не знаю, рассказывай. Вот это страх Божий, Оксана.